frizzy now. I ain't tryna talk, bet they hear me now. Old hoes got on feeling like they missing out. Light it up, about to burn the whole city down to the ground for the fucking end of the night. Got so many people with me, look like we came here to fight. I'm on my fuck the risk, cause they not ready at all. Never falling, you top heavy as all. Going up like my stops, nigga. That's on time like my watch, nigga. Still come through with that datum. I'm never losing this ever. Off all the ones who ain't never thought I was true with this. Хорошая игра. Мы знали, что будет очень сложно здесь играть, как всегда. Армейцы начали очень хорошо игру. Ну, мы показали снова сердце, мы показали, что очень хорошая команда, что у нас сейчас такое хорошее качество. Мы это показали в этом году на всех играх. Я думаю, что они хорошо играли сначала, но они были устали. А у нас хорошая команда, хорошая скамейка, можем хорошо менять игроков. И мы постоянно меняли, они, наверное, были устали, и все. У них молодая команда, нет искусства такая, как у нас, и вот, получилось хорошо для нас. Конечно, мы довольны результатом. Очень уверенная победа и впечатляющий второй тайм. В первой половине были некоторые трудности, многовато пропустили. СКА всегда старается действовать активно, в давлении. Мы поменяли голкипера, и Пешич провел невероятный матч. Плюс после перерыва адаптировали защиту к действиям соперника, что позволило быстро бегать в атаку. В сумме это и принесло тот результат, который на табло. Я рад, что каждый игрок внес вклад в эту победу. После небольшого повреждения Пешича на площадку вернулся Мацкевич и тоже здорово сработал на финальном отрезке. Показал отличное взаимодействие с обороной. В общем, могу похвалить всех. Чувствовалось, что в концовке парни наслаждаются игрой и получают удовольствие. Рад видеть их в таком настроении. Плюс 18 – это очень хороший результат за нас. Я думаю, это первый раз, да, мы так много, с большой разницей выиграли. Первый тайм мы играли очень плохо. Второй тайм собрались в раздевалке. И думаю, что один из самых лучших второй тайм в последнее время. Для тебя это был 300-й матч за БГК. Ты знал? Очень рад, что 300 матчей играл за БГК. Надеюсь, еще 300 будет. Еще 300, и тогда 600. Это будет нормально.